Как-то все изменилось. Стало темно и холодно. Ни единой души. Неужели мы попали в какую-то параллельную вселенную? Или в другой мир? Илья! Мы в другом измерении! Смотри! Кто я там? Я знаю, кто это! Это же Семеняки ТВ! Саша и Полина! Рядом с ними скульптура! ИСИ-173! Надо им помочь! Ребята, тихо! Только не моргайте! Только не моргайте! Почему нельзя моргать? Моргайте, только по очереди, или он набросится на вас и свернет вам шею! Макс, нам нужно скорее пробираться к горке и писать сообщение родителям. И мне кажется, надо избегать открытой местности. Да, ты прав, Илья. Мы не знаем, кого или что мы тут можем встретить. Где-то потусторонний мир. Макс, я вообще думал, что SCP-173 скульптура находится в камере фонда. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, чтобы мы благополучно добрались до горки SCP. Заброшенный ангар. Может быть, там спрятаться? Хорошая идея. Пойдем. Илья, смотри. Тут какой-то засов. Давай откроем. Илья, ты разглядел, кто это там был? Нет, я даже и не понял. То ли это был оборотень, то ли еще кто-то. Ребята, если вы знаете, кто это был, пожалуйста, напишите нам это в своих комментариях. А то мы с Максом даже не разглядели, кто это. А мы побежали к горке. Да!